Пока что начну вот с Fox, моей любимой резины. Она всегда меня выручает, всегда на нее берет щука, окунь. Оборудованы в каждом пролете, в каждом этом спуске есть лебедки свои, есть ключи, свои ключи имеются. Друзья, всем привет! Сегодня мы отправились на охоту, на рыбалку, небольшой компанией вот на двух лодках в количестве 6 человек. Сегодня, значит, порыбачим на косах. Тут попробуем, вот сзади меня там песчаные косы. Здесь очень хорошее место, здесь река богата щукой. А вечером поедем на охоту, на вечерку посидим. Буду использовать разные приманки. Пока что начну вот с Fox, моей любимой резины. Она всегда меня выручает, всегда на нее берет щука, окунь. Будем начинать, сейчас буду делать первый заброс. Погнали. Так, приступим. Пока сильно далеко не буду кидать, пока вот этот вот небольшой вот эту вот заводь проверю. Потом дальше буду ходить по косам. Песочным. Так, пока нету. Блин, здесь вот должна щука стоять, должна. Здесь течения нету. Она вот в такие вот карманы, такую заводь заходит. Видно, как малек играет. Когда приманку провожу, малек выпрыгивает. Так, перейдем чуть поглубже. Течение попробуем. Ой. Нету, пока что надо переходить в другое место. Сейчас вот туда перейду. Здесь вот тоже такой карман глубокий. Видно, что сразу глубина идет. Попробуем здесь. Ветер поднимается.
Пока что результатов нету, но мы будем продвигаться немного дальше. На косах чем хорошо ловить, здесь вообще зацепов совсем нету. Здесь чисто один песок. Вот в этом и преимущество. Можно кидать любую приманку, какую хочешь. Вот поэтому я люблю на косах ловить. Ну и соответственно, в таких местах щука всегда стоит. Ну вот здесь намного больше карман. Сейчас тут попробую обкидать это все. Надеюсь, может здесь-то и будет. Посмотрим. Да, тут что-то мелковато, конечно. Местами. Показалось. Думал, поклевка была. Так, еще раз в другое место перешел. Сейчас тут попробуем. О, есть. Есть поклевка. Только бы не сошла. Ну, небольшая. Вьется слишком. Сошла. Твою мать. О, небольшая, еще одна. О, опять сошла. Да что ты будешь делать? Ну, мелкая, небольшая клюет. Для нее эта приманка по размеру большая для такой рыбки. Нам надо покрупнее. Ну, всю резину покусала, блин. Главное, чтобы хвост не откусило, а так она будет работать. Сделал еще один переход. Будем пробовать здесь. О, был удар. О, есть что-то. А, сошла. Нет, сидит. О, вот покрупнее. Хорошо взяла. Ну, такая килошная примерно. Так, 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 так. Во, да нет, побольше, полторашка. Стоять, блин, надо спинник не сломать. О, есть. Первая поклевка. О, нет, хорошая такая. Примерно 2 килограмма. Может, кило 800-900 примерно такая. Ну вот, такая резина дает о себе знать. Фокс работает. Хорошо села. Зацепила его.
есть. Что-то взяло. О, тоже непонятно какая, большая, маленькая, что-то легко крутится, идет легко. Не, хорошая. Бля, ты смотри, хорошая тоже щука, ну поменьше, килошная где-то. Есть еще одна. Вот так вот. Ну вот уже теперь две щуки. Уже есть две котлеты. Обожаю эту резину. Вообще прям суперская. Всегда выручает. Грузик я вообще поставил. Он 8 грамм. 8-граммовый. Ну и смысла нету ставить там 12. И более. Здесь потому что мелко. Нашел я все-таки это место. Рыбное, так скажем. Щучье. Вот где весь хищник стоит. О, еще есть. Ух ты, хорошая. Блин. Да ну нафиг, отпусти. Да ну нафиг. Давай. Иди сюда. Все-таки она догнала ее. Приманку. Здесь, о, это покрупнее. Да что такое? Отпускает и заново берет. Отпускает и берет. Ух ты. Красавица. Интересные, конечно, поклевки. Догоняет, потом отпускает. Сошла, потом опять взяла. Вот, уже третья котлета. Отлично. Класс. Фу. Ну вот и отлетел у нас хвост. Ну вот, ребята, вот еще одна. Это маленькая, но я ее, конечно, сейчас отпущу. Вот, как я и говорил, что недолго осталось жить этой резине. Откусила все-таки она хвост. Оказалась самая маленькая, но самая дерзкая щука. Ну сейчас буду менять резину. А эту щучку я сейчас отпущу. Небольшая, пусть живет. Ну, иди, дорогая, иди. Иди. Не хочешь? Все, пошла. Ну вот, друзья, поймал 3 небольших щуки. Мне хватит. 3 котлетки. Вот. Кукан я с собой не взял. Вот сделал из веток. Такой кукан. Ну, мне чуть-чуть здесь пройти достану. Ну вот, друзья, как-то так. Дальше будет у нас охота. Сейчас вечера дождемся и пойдем на охоту. Сейчас поедим, уху сварим и будем охотиться. О, вообще стали.
Короче, здесь встанем и так пойдем на. Может поплывем? Хуй. О, вообще встали. Ладно. Держи. Давай. Сейчас сначала пройдемся, посмотрим, что там. Сейчас давай, короче, до озера пройдемся, посмотрим, что там вообще. Пошли. Что там есть. Ничего брать не будем, да? Да, просто пока это. Если что, вернемся. Она никуда не денется. Если что, вернемся. Вот так через лесок надо пройти. А тут кулики могут быть. Да, здесь эти бекасы бывают в таких травах. Друзья, у нас сегодня охота. Значит, осенняя охота, август месяц. Вот сейчас мы с товарищем разведали место. Приехали далеко на лодках. Уже разведали, там утки есть. Сейчас сделаем скрадок. Ну, они уже улетели, правда. Поставим скрадок. Вот, и будем сидеть крякать. Сейчас уже вечер, буквально 6 часов вечера. Взяли с собой собачку 9-месячную. Посмотрим, на что она будет способна. Будет она утку брать или не будет. Фу, а пока сейчас до лодки возьмем все необходимое и будем устанавливать. Ладно, пошли. Фу, теперь надо будет спрыгнуть как-то, а вон там наша лодка стоит. Ну, да. Есть сильно большой крутой обрыв. Вот такая вот протока. И вон там у нас лодка стоит. Сейчас мы чуть-чуть, ой, подчалим чуть поближе. И пойдем на место на засидку. Да, капец, прикинь, когда здесь по весне очень много воды. Андрюх. Здесь вода вот отсюда. Да, прикинь, вот прям вот. Здесь глубина какая. Что тебе, нравится собаке? Так, нос сейчас получишь, собака. Да, да, да. Как его, Арчи, да? Арчи. Арчи. Жена того погоняла. А. Я слышал такие тоже клички, это многим дают собакам Арчи. А знаешь что? Взяли себе кокера. Блин, такая сука красивая. Обалденная. Вот если, блять, какой-то мультфильм есть, где тоже спаниелька. Такие прямо глаза, блин, выразительные. А. Два дня пожила. Да? Сдохла. А что с ней стало? А все, сдохло. Че, заболела чем-то? Да. Чунка, может? Ветеринарку. Да как ей что, два месяца было. А, ну, блядь, какая-то болячка была. Да, ветеринарку и все, ничего не помогло. Брали с Новосибирска. Ага. А этого с Тюмени брали. Хрен там, нам надо вон туда уходить. Не-не, вот отсюда поднимемся, все, здесь тропинка есть. А, отсюда? Да, здесь тропинка есть. Давай отсюда. Что, тогда сразу берем и сидушку, и все, да? Да, да, сейчас сразу все берем. Надо будет вырубить эти палочки. Небольшие такие, метра полтора, наверное, что-то. Да, да, сейчас там. Блять. Вот смотри, лайфхак. Как блогер. А, повесил и все, да? И забыл. Ну, я потом так же сделаю. Ха, отличный лайфхак. Не, а что, нет? Нормально, да, а что, чтобы удобно было. Все, и ты вот все на себя навешал и пошел. Ну, да. Так, мончуков, наверное, всех не будем брать. Мешок давай, один мешок возьмем. Давай, мешок забираю. Давай, да. Я на себя навешу его. Давай, и сетку я возьму. А, семечки там были. Так, сейчас. Это уже тоже не единократно хожено. Ага. Да там все натоптано, там тропинки. Здесь это озеро пристреленное уже. Да? Да. Тихонько, тихонько, тихонько. Да.
Дальше снизу. О! Ля, ля, сколько грибов! Смотри! Нет, это подосиновики. Смотри! Это не красноголовик, Андрюх, это подосиновик. Ну, во! Смотри, вон, раз, два, три, да, пять. Я вижу. Да хера вообще тут. Вон, смотри, прямо повылазили. Да, 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 да. Вот они, смотри, раз, два, три, четыре, вот они, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотри, вот. Да. Вон, смотри, сколько. Бля, потом, наверное... Пол ведра. Набрать, что ли, домой. Вот они, красавцы стоят. Вот прям под березами. Вот они. Ну, потом завтра на обратном пути уже, наверное, пособираю тут. Лес тут хороший. Так, нам надо теперь установить скрадок. Такой временный. Вот палки есть. Вот. Сухие. Сейчас будем ставить и это втыкать и устанавливать этот сетку. Нашел патрон. А, нашел, да? Который потерял. Разъебай. А как он у тебя выскользнул или что? Да я пол раскинул, два патрона схватил и один выскочил. А-а-а. Андрюх. Ау. Знаешь что, я вот такие мунтики больше не беру. Почему? Я беру надувные. А, ну да, которые сминаются. Видишь, что? Что, бросаешь сюда поближе, да? Да. О, чуть-чуть расставили мончуки сейчас. Некоторые надо поправить. Блять, заброды не взяли нифига. Приходится вот так палкой в сапогах. Кто? От мошки. А я не знаю, надо глянуть. Может с собой, может не с собой. Ну вот почти. Давай, вставай. О, встала. Вот поставил скрадок. Вот такая сетка. Такого цвета. Ну, я думаю, она по цвету, конечно, не подходит. Вот этой зеленой травы. Заказывал на Алиэкспрессе. Если что, будет ссылка в описании на такую сетку. Для одного человека это вот такая длина хватает. Вполне. Ну, друзья, у нас уже вечереет. Начинает холодать. И начинает стелиться туман над травой. Какая красота. Сейчас сидим тихо. Такая вот, ну вот, с другой стороны, как выглядит у меня этот скрадок. Сука, как а так? Лох нахуй. Блять, сел прям. Ну я его подозвали, да? Да. Подозвали. Блин, как так? Два стола не смоги. Бывает такое. Сука, звенит ухо нахуй. Есть. Одну есть. Ха-ха-ха-ха. Причем твои, слышь? А? Твои стрелял. Да? Да, твои самозаряды. Хорошо бьют. Ну, видал, как бьют. Ну, отдача хорошая. Так, надо тренировать собачку. Ищи, ищи. Иди ищи. Где-то здесь в деревьях упало. Ищи. Ищи. Пошли, ищи. Нашел, да? Ага. Арчи сюда. Видишь,
Самец? Нет, самка. Самка. А, ну да. Самка. Синие перышки. Ну, видно, что самка. Такая теплая. Прям теплая, прям много. Ну, все с полем. Спасибо. Ну, патроны добрые башат, да? Бля, хорошие у тебя патроны вообще прям. Ну, я и говорю, они такие резкие, блядь. И отдача побольше получается. Ну, почувствовал, короче, отдача есть. Хорошая. Ну. Есть. Красавчик я. Ну, я уже не стал даже пытаться, блядь, думаю. Хули, блогер пускай хуярит. А я посмотрю, да, просто так, да. Ну, а хули, если ты для канала снимаешь, оно... Я понимаю, что все равно для канала оно как бы тебе рейтинг не надо. Ну, да. У нас сейчас утро. Мы с напарником пришли вот на то же озеро, на утрянку. Сейчас где-то 6 утра. Значит, утка летает, но пока еще не садится. Одну я вот на утром взял, одного черка, там в болотине, здесь рядышком. Парочка сидела, взял селезня. Вчера одного взяли, но вчера взяли кряку. Вот, ну пока что сидим сейчас, выжидаем. У меня напарник пошел по траве туда поискать куликов, бекасов, пострелять. Вот, ну он как бы немножко свою молодую собачку учит. Вот, она постоянно за ним ходит. Только вот мошки заколебали, в рот лезут. Брызгайся, не брызгайся, пофиг. Все равно лезут. Надо перчатки одеть. Хорошие перчатки. Ну как хорошие? На первый взгляд, на первое ощущение нормально. Они такие тоненькие. Как раз на осеннюю охоту. Такие удобные. Легкие. И этот телефон-сенсор тоже работает от них. Эти перчатки, кстати, на Алиэкспрессе заказывал. Здесь они, вот эти вот слова здесь написаны, они, не знаю, что написано по-английски, но вот эти все слова на ладони, они как антискользящие, такие резиновые. Ну вот, такой расцветки, вот слова на ладошке. Вот они все это, резиновые вот эти словечки английские. И вот... Есть еще типа пришитый как кожа, что ли. Недорого стоят, вот на Алиэкспрессе заказывал. Удобные. Не знаю, насколько хватит, но надеюсь, на несколько сезонов. За несколько сезонов, думаю, дырок не будет. Еще одну взяли. У нас сегодня черок. И это что там? Что-то непонятно. Сейчас достанем, посмотрим, это... что за утка. Смотри, кто там. Кто там? Кто там? Взять. Да он не умеет. А он не это самое. Не пойдет за ним. Ну да, такую собаку надо он чаще брать. Учить постоянно. Не, ну если ты знаешь, как учить. Все равно собаке надо показывать. Оно, видишь, когда... Они хоть породистые, хоть какие нахуй. Если она не рабочая, сука не рабочая. Их тоже, блядь. Хотя вот у нас у пацана дворняжка была. Он с ней ходил, она что хочешь там гоняла. Назад, правда, в рюкзаке носил. Кого? Собаку? Собаку, да. В рюкзаке? Да. А, нифига. Он в лес пойдет, говорит, скотина ни выстрела не боится, ничего, за ним бежит. По следу ходила, все. А говорит, а назад уже все устанет, он его рюкзак домой. Блин, не знаю. Достану, не достану.
где-то здесь глубоко. Чё, иди сюда, вон иди, утку бери, стоишь, смотришь. Иди сюда, иди. Иди. За уткой пойдешь? Давай. Иди. Арч, иди сюда. Давай. Поплыли. Споишь, смотришь. Бестолочь. Не, надо отдвинуть палку, я не достану. Вот таким образом мы достаем. Забродов нету. Собака не хочет идти за уткой. Небольшой. Посмотрим, кто это. Вот такой у нас подстреленный чернить. О, маленький. Клювик у него такой маленький вообще. На, нюхай, смотри, кто это, кого я тебе принес. Твою работу делаю. А? Нюхай. Надо ему, наверное, так. Взять, на. Не взять, будет. Взять. Не будет. Не хочет. А, устал, наверное. Как-то его надо тренировать, ага.